В июне 2022 года в Ульяновске проведут всероссийский Сабантуй. Ежегодный праздник окончания весенних полевых работ проведут уже по традиции в Парке Победы и на Ульяновском ипподроме. На оргкомитете глава региона Алексей Русских отметил, проведение Сабантуя в Ульяновской области играет большое значение для граждан, ведь в нашем регионе проживает более 150 тысяч татар. Тот факт, что наш регион уже четвертый раз удостоен принимать на своей территории федеральный Сабантуй, вызывает гордость. Это очень важное и знаковое событие. Праздник давно перерос этнические границы. Сабантуй сегодня – это не только сохранение богатых культурных традиций татарского народа, представители которого живут и трудятся во всех регионах страны. Это наглядный пример взаимного обогащения культур. В концепцию праздника включат три основные темы. Это первая книга, изданная в России на татарском языке, также 1100-летняя годовщина со дня принятия ислама в Волжской Булгарии, а также столетняя годовщина со дня образования СССР. Как отмечает председатель Всемирного конгресса татар Василий Шахразиев, Сабантуй – это не только всевозможные национальные спортивные игры и мощная культурная программа. В первую очередь, это еще и скачки. Сабантуй всегда – это не только различные спортивные игры, но и культурные программы, гастрономия. Это еще один из видов – это скачки. Мне вот немножко сказали, что скачки и Сабантуй в один день немножко неудобно, потому что территория одна, переходы. Я не знаю пока, насколько это правильно, но пусть будет так. Таким образом, празднование решили разделить на два дня, отделив скачки от праздника для удобства жителей и гостей Ульяновской области. Как отмечают в правительстве региона, подготовка Сабантуя уже началась. Проводится ремонт асфальта и дорожного покрытия в Парке Победы, благоустройство ипподрома, закупаются ценные призы для участников мероприятия. Максим Писарев, Юрий Конихин, Улправда ТВ.